был один мальчик, он был очень стеснительный, и для него было все очень, ну, в новизну, в принципе. И когда дошел момент до того, что мы лежали в кровати, меня это очень сильно... все шло к тому самому. И когда это до этого практически уже дошло, он сказал, что... Двемеры — это орки. А точнее, они превратились в орков после событий битвы на Красной горе.